уже сейчас доходов недополучили 1 миллиард рублей. Один только миллиард рублей. Извините, это только в этом году. А в следующем году у нас уменьшение бюджета будет на 3 миллиарда рублей. Извините, что за эти деньги можно было сделать? Ну что вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Мы, безусловно, это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет... Извините, за счет уменьшения машин и часов. Правильно? Да. Я не поняла. А что за проезд никто больше не будет оплачивать? Что за дела-то? Смотрим сюда. Короче, так, ребят. Я уже за двух зайцев отсидела срок. Понятно? Мысль улавливает. Что ты мне тут за парашу налил? Сам хлебай. Давайте, готовьте денежку. Пасть порву, моргал и выколю. Всем мэрам, обославившимся инновационными транспортными программами и мерами. И жителям, восхищенным безмерно этими мерами и мэрами, посвящается. Так, начинаем заседание номинационной комиссии. На повестке дня одна кандидатура. А чего так экстренно? Хороша ложка к обеду. Заслужил? Получай. Можно до обсуждения вопрос по теме? К нам шлют благодарственные письма, грамоты в адрес номинантов. А от нас-то чего хотят? Вручить в торжественной обстановке, вручить лично. Вручили бы сами. Да где ж его поймаешь? Насчет торжественной обстановки это не к нам. Сами ютимся. Хотелось бы послушать, за что благодарят. Кузнецову Сергею Николаевичу за искоренение муниципального автобусного маршрута номер 5 Абашева вокзал города Новокузнецка от обалдевших от счастья жителей Абашева, Зыряновки, 7, 8, 9 кварталов, белых домов, техникума Байдаевки. Достойно торжественного вручения. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. Активнее, активнее, товарищи. А если орден? Ну что ж, и со вкусом, и солидно, и капитал вложений не требуется. А какой орден? За особые заслуги перед капиталистическим отечеством. Это серьезно. Не, перед отечеством не наскрести. Он, конечно, соучаствовал в госпрограмме уничтожения оптимизации бесплатной медицины. Но за соучастие вроде орденов не дают. Гражданку Голикову удостоили орденом 3 степеней за инициативность. А вот гражданочку Скворцову уже продинамили. И дали только один, и тот 4 степени. Хотя она честно старалась, как верный последователь.
Зато ей дали орден Александра Невского. За окончательную победу над здравоохранением. Но есть региональные. Орден – ключ дружбы за укрепление межнациональных отношений. Да, мигрантов у нас много. Орден доблести Кузбасса за особо плодотворную деятельность по укреплению дружеских отношений между Кемеровской областью и другими регионами Российской Федерации. Точно, с Питером. На 2 миллиарда бюджетных в год. Орден почета Кузбасса за деятельность, обеспечивающую интенсивное развитие Кемеровской области и рост благосостояния ее населения. Скоро весь город разрезами окопают. Слушаю, за что тостуют. И каждый раз вижу нашего кандидата просто в полный рост. А вдруг он уже того, обелеченный? Точно. Мы же ведь не знаем всех наград гражданина мэра. Что там в Википедии? Российский политический и государственный деятель. Медаль за особый вклад в развитие Кузбасса третьей степени. Медаль за веру в добро. Медаль за благоустройство земли Кузнецкой. Медаль МЧС за пропаганду спасательного дела. Медаль за личный вклад в охрану окружающей среды. Послушаешь? И тосты новогодние придумывать не надо. Итак, 5 штук медалей. Вот и не будем нарушать сложившуюся традицию. Медаль! Медаль! Только осталось выяснить, какую. Загляните к себе в душу. Послушайте, что говорит ваше сердце. Заплавки. Как это? Чего? Заплавки и переплавки оптимизированных трамвайных рельсов. Секретарь, записывайте. За ударный рост тарифов ЖКХ. За разжигание приязни и добра между верующими и неверующими в животворительную силу маски медицинской ГОСТ 58-396 и гигиенической маски ГОСТ 15-150. За верность слову и делу. Питер Авто. За стояк на дорогах. За дело закатывания бюджета в асфальт, на бис и брал. Хватит, хватит. И так поступило 6 достойных предложений. Будем голосовать? Жребий! 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 Хорошо. Попросим незаинтересованное лицо. Итак, за стояк на дорогах.
А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. А как же мое предложение? Так можем награждать хоть каждую неделю, благо есть за что. А я вот опасаюсь, как бы отдельные злопыхатели его имидж не подпортили и карьеру не погубили. А я вот думаю наоборот. Посмотрю там наверху, что он смог такого наворотить в одном городе, и поймут, наш человек можно доверить и страну. Реформатор с большой буквы. Да не спорьте вы, вам же Википедия русским по белому написала. Политический и государственный деятель. Государственный? Государственный. Медленосный наш! А без меня, а без меня и солнце б утром не вставало, и солнце б утром не вставало, когда бы не было меня. И солнце б утром не вставало, когда бы не было меня.